здесь была, да? Что? На стене. Да, да, летом. Мне не понравилось. Он еще прям по нему чувствуется, что он такой, знаешь, подавитый, типа он себя считает выше других. У него такое есть. Вот, и поэтому он мне, в принципе, что-то не хотел. А там еще был моно-представление. Ну, типа, он сам был. Он сделал как шоу, типа, свое шоу. Часа два где-то. Ну, это прям как концерт был. Мы еще такие сидели, мы с Алексом ходили, мы сидели на заднем ряду. Ну, не на заднем, ну, где-то. И впереди за два ряда был чувак, который был похож сильно на Максима Галкина. И я думала, что это он. Я так и не поняла. Ну, у меня просто, ну, я сразу могу понять, ну, посмотреть. Ну, и как бы я со спины его увидела и подумала, что это он. И потом он в профиль повернулся, это прям вообще копия его была. Но мне Вадим сказал, что это не он. Мы так и не поняли, это был он или нет. Ну, может, он у друзей был там, или, я не знаю, пришел. Ну, типа, странно, что он, типа, ну, не первый ряд какой-то взял. Ну, хотя... Да, да. Это интересно, это было интересно. Надо записать видеообращение. Знаешь, ищу девушку, как делает. Ищи девушку в маршрутке номер 15. Да? Ты была в белой форте. Я ждал тебя. Я жду тебя возле вокзала с билетом на Бали. У меня в автобусе, не знаю, я, если даже искали, я не поняла. Вот в университете, когда была на первом курсе, постоянно я еще входила в синем платье и в белых кедах и в косухе. Ну, постоянно. И меня постоянно так искали в этом подслушанном в университете. Писали, типа, вот, что за девчонка, классная, типа, давай познакомимся. И... Thank you.